Всем привет! Вы на канале TrueGym и с вами Свежинцев Роман. Предлагаю вам посмотреть интересный ролик совместной тренировки молодого талантливого боксера Райана Гарсии, скорость ударов которого поражает, и бойца UFC Фрэнсиса Нгану, который обладает, наверное, самым сильным ударом в ММА на сегодняшний день. Приятного просмотра и хорошего вам настроения, друзья! Вот пять смертельных ударов. Первый — это джеб. Второй — это удар правой. Третий — это хук. Левый хук. Правый хук. А теперь режим берсерка. Блин, да уберите уже от меня этого психа! Боже ты мой! Итак, начинаем испытание. Скорость и сила. Фрэнсис Нгану и Райан Гарсия. Часть первая. Едем в Сан-Диего. За 3 часа до этого. Поедем до этого пацана. Райана Гарсия. Райан Гарсия. До Райана Гарсия. До этого шкета. А когда ты впервые увидел, как он бьет или дерется? Когда ты о нем впервые услышал? Я просто увидел его в Инстаграме, наверное, 2 года назад. Там было что-то про скорость. Вроде он показывал, как работать по боксерскому мешку. Дом Райана Гарсия, Сан-Диего. Это новое, по ней пока можно работать только в перчатках, но давай я тебе покажу. Что-то типа такого. Или двоечку. Нифига, ты понял? Да я понял. Осторожно, она бьет в ответ. Можешь бить и одновременно уворачиваться. Да-да, вот так. Если хочешь, можно сделать и повыше. Хочешь? Да не, нормально. 14 унций. 14? Если тебе подходит, можешь поработать в перчатках. Помочь тебе завязать? Она в этом хороша. Даже намного лучше меня. Сын приучил. Так и есть. Когда он начал заниматься боксом? Когда он начал заниматься? Кто, Райан? В 7. В 7 лет. Потуже или пойдет? Пойдет? Да, хорошо. Вот так, Фрэнсис. Тебя снимают на камеру. Да, вот так. А теперь добавь правую. Давай, Фрэнсис, давай! Давай, Фрэнсис! Да! Да! О, а вот и Райан. Райан, у тебя тут появился большой конкурент. А ну-ка, посмотри сюда. Он уже занял твой снаряд и сделал его выше. Привет, Фрэнсис. Привет, Райан. Как ты? Ну как, тебе понравилась груша? Я пока не понимаю, как она работает. Объяснить, как работает, это я могу. А ты видел, как Райан это делает? Как он делает, я видел. Но сам не понимаю. Слыхал, он не понимает. Она прыгает туда-сюда. Дрыгается, как ошалевшая, да? Райан, защита для корпуса лежит где-то внизу. Где-то тут? Да, там. Просто открой дверь. Не-не-не, справа. Да, вот и она. Может, я ее достану?
Мне кажется, Франсису она и не понадобится. Франсис, давай-ка я тебе покажу наш челлендж. И потом мы можем сделать типа как мы делали в прошлый раз. Бокс отличается вниманием наверх тела. Райан, покажи ему, как работать по мешку. Я люблю отрабатывать сильные удары. Блин, он мощный, я его боюсь. Дядька-то большой. Если он случайно промажет, я пойду на ватных ногах. Ага, давай, подержи ему перчатки. Давай, давай. Типа того, ага. Пускай теперь покажет Франсис. Могу, конечно, и я. Франсис, он псих. Ты видал, как он бьет? Да. Это безумие. Это мастер нокаута с одного удара. Я видел его бои. И он у меня в гостях. Мы тут кое-что придумали. Вроде у нас все законно, так что погнали. Франсиса готовят. Челлендж ударов по корпусу. Против Франсиса. Мне кажется, я его даже не сдвину. Уговорил Франсиса сделать этот челлендж, погнали. Щекотно. Да охренеть! Итак, испытание ударами по телу, ты готов? Ну да. Я подвинул его на сантиметр! Это нереально. Нет? Да не, я могу? Сейчас. Закончил? Блин, офигеть! Когда я был малым... Да блин, он меня уделал, сравнил меня с малышом. Франсис первый, кто выдержал это испытание. Боже мой! Раньше я просил младших братьев бить меня по прессу. Такой, давай бей! Ведь я очень сильно старался накачать пресс.